Привет, друзья, с вами снова я, Равшан Хаджиев. Это очередной выпуск программы «Одно место». Эпизод начался с дороги, и я уже на месте. Я приехал в Карабах. Да, на машине. Это совсем не трудно, поверьте. Итак, друзья, Карабах. Я не первый раз приезжаю в гости к одному из лучших кебабчей нашего города, князю Садыкову. Если вдруг вы не видели предыдущие эпизоды с его участием, обязательно щелкните по подсказочкам и насладитесь этой красотой. Сегодня же у меня две причины быть именно здесь. Первое. Под каждым видео с теми или иными шашлыками на нашем канале можно найти комментарий с просьбой в конце концов показать лампочки. Любители этого деликатеса прекрасно понимают, что я сейчас говорю не об осветительных приборах. Да, приборах, но никакого отношения к свету они, конечно же, не имеют. Вторая причина более смешная. На этой неделе один очень умный мужчина с высокой колокольни сказал, что узбекистанцы, видите ли, слишком много потребляют мяса. Ну, красавчик, что можно сказать. Именно поэтому сегодня мы жарим яюли и другие не менее вкусные субпродукты. Обо всем по порядку, друзья. Вы все увидите. Я рахмат лайло
Thank you.
Как сказал бы великий академик Сахаров, братуха, это бомба. Я тебе отвечаю. Друзья, я уже почти закончил. Не собираюсь долго защищать диссертацию по поводу того, насколько здесь вкусно. Единственное, что я хочу вам дать, так это короткая информация, которая вам крайне необходима, если вам понравилось все, что вы сегодня видели. Блюда, которые мы сегодня показали, не входят в состав регулярного меню кафе «Карабах». Объясню почему. Потому что за субпродуктами на оптовочку из этого кафе никто не ездит. Все, что вы видели сегодня на мангале, приходит сюда, в кафе, в комплекте с тушками ягнят. Это бывает каждый день, но вы сами понимаете, что у ягненка только 2 яичка, у ягненка только 2 почки и 1 печенка. Поэтому вы должны успеть. Для того, чтобы это у вас получилось, шуруйте вниз. Вы найдете там телефоны добрейшего человека, дяди князя. А конкретные координаты и локация тоже внизу, поэтому не стесняйтесь. Живите ярко, ешьте вкусно. Всего вам хорошего. Я желаю огромной удачи и вам, и российским кулинарным блогерам на YouTube, которые непременно попытаются повторить что-то подобное и в своих селах. Пока.